Очередная майская неделя будет наполнена разными культурными событиями. Премьеры, спектакли, концерты, мастер-классы, выставки, новые художественные постановки и многое другое. Смотрите афишу и будьте в курсе всех значимых событий. С 23 по 26 мая в нашей столице открывает свои двери международная выставка «Кодекс-2018». Это будет пятая по счету международная выставка вооружения и военно-технического имущества. На сегодняшний день аналогичные выставки очень популярны во всем мире. На этот раз «Кодекс» порадует своих зрителей насыщенной шоу-программой, выступлениями различных коллективов, показательными выступлениями военнослужащих. Выставка станет масштабным и востребованным событием в жизни казахстанской оборонной отрасли. Авиационная техника и космические технологии, вооружение и техника сухопутных войск и военно-морских сил, системы и средства ПВО, IT-технологии, системы и средства связи, робототехника в военной сфере, альтернативные источники энергии в военной сфере. Грандиозный показ возможностей лучшей военной техники Казахстана пройдет на авиационной базе военно-воздушных сил Республики Казахстан в районе международного аэропорта Астаны. Неделя моды – это, как правило, ярчайшее событие в индустрии моды, которое длится около недели, предназначенное для того, чтобы дизайнеры или дома моды имели возможность продемонстрировать свои коллекции и дать зрителям возможность оценить тенденции в мире моды, прежде всего в данном сезоне. Казахстанский вариант самого модного мероприятия вполне укладывается в три майских дня. С 23 по 25 мая во Дворце независимости пройдет Казахстан Fashion Week Астана. На модной площадке столицы свои коллекции представят казахстанские и зарубежные дизайнеры. Спектакль о перевернутых ценностях современного мира. Местами смешной, местами грустный, но неизбежно заставляющий задуматься. Спектакль «Перевернутые люди» покажут в арт-убежище «Бункер» 23 мая. Герои – два обычных перевернутых парня, которые ищут смысл в своей жизни. Перевернутая сценическая реальность, в которой актер может стать зрителем, а зритель – актером, настоятельно требует вашего личного участия в перформансе. В Национальном музее продолжается фотовыставка «Болгарское культурное наследие в истории Европы. Сияние букв». В материалах экспозиции будут освещены четыре темы – города Болгарии, колоритная Болгария, святой Климент Охридский и сияние букв. Включены также репортажные фотографии, портреты, жанровые снимки, посвященные болгарской культуре, архитектуре, традициям и природным достопримечательностям. Посетителям будет представлена возможность прикоснуться и открыть неповторимую атмосферу Болгарии, ее богатую историческую и культурную жизнь. 24 мая в Большом концертном зале Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоится концерт хоровой музыки. Произведения современных казахских, русских и европейских композиторов прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов в Италии, Китае, Австрии, смешанного хора консерватории, руководитель хорового класса Ян Рудковский. Смешанный хор является обладателем двух золотых дипломов, а также специального приза за исключительное исполнение обязательного конкурсного произведения. Престижного международного хорового конкурса в Венеции, обладателем золотой медали международного конкурса в Китае, двух золотых дипломов на международном конкурсе хоровых коллективов имени Франца Шуберта в Вене. Музыка. 27 мая в Астане пройдет интернациональная выставка собак всех пород «Ишимские зори 2018». Экстерьер породистых собак будут оценивать профессиональные эксперты: Наталья Дровосекова, Казахстан, Эльжбетта Хвалибок, Польша. Регистрация только на основании ксерокопии документов PCI. Смотрите программу «Афиша» на телеканале «Атамекен Бизнес Ченел» и будьте в курсе всех значимых событий.